Спасибо, что согласилась поучаствовать в нашем проекте, что согласилась стать героиней нашего ролика с преображением. Мы покажем, какая ты была до, и надеюсь, что преображение будет ярким и заметным для всех. Да. Пожалуйста, как ты себя ощущаешь внутренне? А такой, знаешь, взрослой, мудрой женщиной, зрелой? Или таким вечным ребенком, которым делается то, что ему будет позволительно? То, что он хочет, он и делает. У меня есть 50 ребенка и 50 взрослой, разумной, мудрой женщины. Наверное, даже 70 на 30. То есть у меня где-то такие, знаешь, 25. Чтобы тебе немножечко хотя бы измениться, тебе нужно, и так вот старых вещей не нужно. Просто берешь вот так вот пакет, сваливаешь. А можно в гараж? Я все. Нет, их нужно выкинуть или отдать в конце концов. Возьмем блузку без. Смотри, она выбирает в цвет себя. Смотри, в цвет себя. Я все поняла. Ты поняла. Одевайся в цвет стилиста, и ты будешь стилист. Непривычно. Прямо максимально, но как бы уже так стоишь, привыкаешь. Да. То есть не хочется так снять, сжечь и закрыться. Можно попробовать и выправить. И, в принципе, вот такая вот свобода всего этого, она тоже вообще нисколько не портит тебя. Да. Так, и тепло, и мне очень нравится, что водолазка по цвету пуховика. Да, это тоже красиво. Я вспомнила, как это ходить в платьях и юбках, и что на самом деле это было очень джинсы. И потому что она закрыта. Девочки.